Вот такой вот магазинчик есть, называется «Вьетнамочка». Здесь все намного дешевле, чем везде. То есть вот здесь есть вино, далат. Говорят, далат очень вкусное вино. Также здесь есть наборы кофе, вот этого знаменитого, с туркой вьетнамской. Тоже очень хорошие. 55 тысяч донгов всего стоит. Очень. Кофе нам понравилось. Мы и в отеле пьем его, и дома. Вкусное. Вино дала 65, возьмем. Вот такие вот есть чаи. Тоже всякие разные. И лотос, и манго, и все всякие вообще. И вот мы смотрели по городу, в принципе, здесь как бы более-менее дешевле, чем везде. А мы его взяли для вопроса.